Так. Вот это дерево, оно тоже попадет в это. Ходатай в хрестоматию уже Железова, потому что это было отрезано. Телевидение приглашал к соседям, это я им вырастил дерево. Вот, а следующий год оно было вот такое. Вы знаете, я говорил, невозможно убить маньчжурский абрикос. Тут получилось так. Вот эту ветку отрезали, потом вот ту ветку отрезали. И вот тогда такая же по размеру. И тогда только вот она, дальняя. Вот, и тогда только она погибла. То есть я не прав, маньчжурский абрикос убить можно. Вот, с такой злобой, если относиться. Дальше еще раз, коротко показывал, неудобно. Там, где нет, здесь распил не через раны, все чисто, распил через раны. Вот они, смотрите, как сюда попадает мертвечина. А за мертвечиной, смотрите сюда. Здесь еще нету, ну, маленькие точки могут быть зародышами, это, начало грибных болезней. Вот точка маленькая. Но начало настоящее, вот отсюда. Отсюда идет уничтожение дерева. Вот. Видели? А потом, еще раз, ну я уже начал, я уже должен закончить. Хотя бы мне уже кто-то скажет, да я уже третий раз слышал. Ну, правда, за 3 года, это немного. Я стараюсь для новичков и для будущей этой самой хрестоматии. Обратите внимание, это моя ножовка. Я ее отпилил половину, отошел и сфотографировал. Распил через рану. Когда я увидел эту красоту, вот, я рассказывал уже не раз про эту. У меня не так много материала, но каждый ценен, каждое дерево. Даже спиленное дерево ценно этим. 30 с лишним лет было, уже гнила корневая шейка основания штамба. Посадил я его когда-то в яму. Но слива она крепка. Это Китай. Ох, крепка она на выпривание. Имейте это в виду, друзья. Вот. Но все-таки спилил и взял ее, распилил вот так. Внимание! Вся картина. Посмотрите. Это фотография, а мне за нее даже наука заплатить должна. Вот. Ящик коньяку меняю. Или на 1000 долларов. Вот. Я 30 лет я ухаживал за деревом, чтобы получить снимок обвинительный. Это и есть преступление против человечества. Что? Вот здесь вот, так уж получилось, извините. Вот, отсохло вот это. Начало отсыхать. Я отпилил давным-давно, когда я сам был дураком. То есть я был новичком. И вот этот новичок отпилил вот эту ветку. Это у меня в саду, у меня железо, клянусь Богом. Это не то, что я по чужим садам лазил и это, ловлю момент. Итак, вот это вот была ветка. Смотрите, как она встроена в общий штамп. Это, говорю, я патологоанатом. Вот сюда попал мороз. Пока ветка была жива, мороза не было. Вот сюда попал мороз. Так? Так. Образовалось, смотрите, внешнее. А внешне это то, что я называю, как его еще называют? Плодом, по-моему, называют. Гриб, гриб, вот он. Сам гриб, то, что мы называем грибница, вот она внутри. Так, вы видите, она, значит, поселилась тут, вот. Она сожрала середку и вылезла наверх. Ну, как она вылазила? Вначале, еще раз, рана, попадание мороза. Дальше она освоилась здесь, съев мертвечину, так, и уже вылезла наружу. Теперь эти умники я до ниже покажу, это не шутки. Это, когда это учит один из авторитетнейших в России, чуть ли не в мире, садоводов наших, это уже ни в какие ворота. И что теперь? И вот когда скажут, давайте-ка отпилим вот эту вот гриб, а давайте потом паяльной лампой обожжем. Как дерево вылечится. О, это не вам. Так. Ну, еще пару фотографий. Вот, смотрите. Вымерзла. Обычно вымерзает сердцевина. До нее меньше всего достается ей это. Питательных веществ. Вымерзает именно сердцевина. А вот гриб полез. Он начал свою работу. Вот. Идем дальше. Я уже выбрал специально. Я распилил через малюхонькую рану. Ну неужели никто этого до сих пор до меня не видел, а? Вот. А я теперь говорю этим, кто учит, отрежьте себе палец,
купите йод, тут же нас советуют, как купить эту мазь, а не просто мазь, там что только, покажу ниже. Купите йод, бинт, иголки, нитки, таблетки, месяц больничного. Ну так нет, да нахрена вы тогда деревья-то калечите, они же такие же живые. Себе не отрежете, а дерево...